Друзья, в продаже у нас появилась Toyota Venza с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, 185 лошадиных сил. Автомобиль на автомате, на переднем приводе, в отличном состоянии, на красивых литых дисках. Имеются повторители на зеркалах, противотуманные фары, омыватели фар, камера заднего вида. Внутри у нас 4 электростеклоподъемника, все автоматические. Память водительского кресла на двух человек, электрегулировка зеркал, омыватель фар, мультируль, штатная мультимедиа, подогревы передних кресел, климат-контроль, кондиционер, также круиз-контроль, кожаный салон в отличном состоянии, электропривода передних кресел, сзади у нас электростеклоподъемники, имеется подлокотник с двумя подстаканниками. Также есть люк. Автомобиль в отличном состоянии.